Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня на обзоре у меня две вещи. Это вот такая покупочка, гигантские мелкие Дервент Черкол, то есть это уголь тонированный, и вот такой вот скетчбук от Палаццо. Посмотрите, так очень красиво сделанный, матовая обложка и золотое тиснение. Внутри крафт-бумага, размер 18×24, крафт-бумага достаточно тоненькая, 50 грамм на метр всего лишь. Но это означает, что ее не стоит использовать под жидкие какие-то краски, фломастеры. Но если вы будете использовать, видите, она такая немного прозрачная, то пропускайте страницы. И все. В остальном для сухих материалов оно подходит. Естественно, что это скетчбук, это не для чистовых работ, это для зарисовок и идей каких-то, записей и так далее. Вот такой вот. Мне очень понравилось то, что бумага имеет вот такое тиснение. Видите, как будто бы мелкие точки, как будто это холстина, что ли, ткань. Довольно приятная на вид. Не просто желтая, а именно вот такая вот какая-то с текстуркой уже. На ощупь она тоже, эта текстура, чуть-чуть ощущается. И вот такой наборчик. Та-дам! Все очень как конфетно упаковано. Мне понравилось. Замечательно. Очень приятно держать в руках. Посмотрите, какие они огромные. Это белый уголь. Да, уголь бывает не только черным, но еще и белым. И видите, каким даже разноцветным. Вот такие здоровенные мелкие, они увесистые прям. Немножко пачкают руки, но не слишком. Там внутри подставочки вот такое углубление и все. То есть двойного дна нет. Есть только вентиляционные отверстия, чтобы эти мелкие не отмокали, если будут перепады температуры. Вот такой вот есть. Это охра. Это сангина, но она не совсем как наша сангина рыжая, она больше такая, как капут мортуум, то есть красно-коричневый, немножечко такой туманный. Дальше это Марс черный, а, Марс фиолетовый, здесь написано, да, Марс фиолетовый, очень темно-коричневый. Посмотрим. Так, это сепия. Видите, какие огромные. Я ими еще не рисовала, мне прям очень интересно. И черный. Это прессованный уголь, тонированный. Сейчас мы его будем пробовать. Итак. В этом блокноте, к слову, можно рисовать на разворотах. То есть, если мало 18×24, то можно развернуть и делать что-то вот либо высокое, либо панорамное. Давайте начнем пробу. Ой, как приятно пишет. Ну и как уголь, он хорошо растушевывается довольно легко. Видите? Сейчас я вам приближу. Уголь отличается от пастели тем, что он более легкий на подъем. То есть он не имеет жирной глины в составе каолиновой, поэтому он такой вот легко разносится, им легко делать полутона. Давайте еще фрагмент сделаю вот так. Полную силу. Теперь охра. Ой, какой красивый. Как мне нравится. Очень красивый. Посмотрите, какой оттеночек. Прям песочек, песочек. Очень благородный. Цвета между собой легко смешиваются. Вот такая немножко пыльца, видите, остается. Ее можно сдувать, можно продолжать ее растирать, и будет еще цвет. Так, теперь давайте попробуем Марс фиолетовый. Он действительно фиолетовый, смотрите.
Вот вроде бы коричневый, но дымка такая, как будто... Вот есть такой цвет маува. Очень похоже. Красота. Добавлю немножко ухры, да, чтобы смешать. Очень красивые. Теперь Марс фиолетовый. Причем это сангина, посмотрите, да, она вообще на нашу сангину не похожа. Наша сангина рыжая, кирпичная. Марс фиолетовый. Ну вот он как такой теплый серый, почти черный. Но оттенок все-таки ближе к коричнево-черному такому. Теперь сепия. Сепия имеет вот такой зеленоватый несколько оттенок. Давайте попробуем смешать ее с Марсом фиолетовым. Все-таки удивительно, сангина такая другая. Это сепия. И теперь черный. Очень приятно ложится, по ощущениям напоминает уголь, который из ивовых прутков. То есть вот не прессованный уголь, а именно настоящий, который в виде палочек вот обожжен. Вот такая вот у меня получилась выкраска. Сейчас я ее смешаю последнее и переверну вам. Посмотреть целиком. Вот так. Итак, белый, охра, сангина, Марс фиолетовый, сепия и черный. Это XL серия тонированного угля от Дервент. Очень давно хотела эту коробочку приобрести, чтобы дополнять ею картины пастелью. То есть, когда я рисую пастелью, мне хочется иногда вот что-то такое большое для заполнения фона и для мягких переходов на обыкновенных бумагах. То есть, не на тех, на которых есть покрытие специальное, а на бумагах типа консон-метант. Вот этот уголь очень хорошо работает в нижних слоях, потому что он легкий, разносится легко. Им легко тонировать большие площади, и в то же время он хорошо смешивается и позволяет не забивать поры сразу, поры бумаги, и наносить на себя еще несколько слоев уже пастели. Очень рада этому приобретению. Внизу под этим видео я оставлю ссылочку на те магазины, где вы можете это приобрести. И следите за моими видео. Буду рада, если вы подпишетесь, чтобы получать информацию о новых выпусках, уроках. Нажимайте колокольчик и следите за обзорами материалов для художников. Всего вам доброго, творческого вам настроя и вдохновения.